Итак, всем привет, дорогие друзья. Сегодня хотел с вами поделиться отличным способом заработать. Это заработок на файлах. То есть вы выкладываете файлы на файлообменник DiskSpace, после чего размещаете ссылку на какой-либо файл, и когда человек его скачивает, вы получаете за это 2 рубля. Смысл в чем? Там не просто за то, что он скачал, будет 2 рубля получено, а за то, что этот человек, когда скачет, он пользуется загрузчиком данного сайта. Это exe-шный файл. Все мы помним, когда мы что-либо качаем, и нам на компьютер становится куча дерьма. То есть там всякие поисковики, там Amiga, эти, ну, в общем, мы понимаем, что это, да? То есть, когда человек будет использовать загрузчик данного сайта, ему будет на компьютер устанавливаться софт определенный. Вы за это получаете 2 рубля. То есть, вы распространитель, можно сказать, рекламы, рекламируете эту всякую хрень. И получаете 2 рубля за одного человека буквально. Я недавно тут как бы, ну, знаю, что платят, я потому что разговаривал с двумя буквально людьми с сайта. Сейчас скажу. Форум Hatch Games, там этот метод заработка давно уже как бы продвигает. И как бы я заинтересовался у людей, добавил Skype, пообщался. Ну, в общем, заработать там реально. Но они, видите, у них свои сайты там, как бы, они уже конкретно используют этот DiskSpace, как бы, чисто его для хранения файлов, можно сказать так. И у них заработок довольно-таки неплохой. Я же просто разместил свои КФГ, это в личном кабинете. Сейчас посмотрим. Вот, статистика. Так, это статистика, если он блядь. Сейчас. Мои файлы. Вот, мои файлы. Итак, вот. Как мы видим, я разместил свои КФГ, я его разбил на 7 домов, чтобы при одном из даже этих скачиваний, чтобы все равно что-то человеку установилось. И это было уникальное скачивание. Порой доходило ведь и до второго архива. Что? Так, ну вот. В общем-то, 36 рублей я уже заработал за 3 дня. Ну, уже 40, как бы там, 42 даже. То есть, чем больше файлов, тем больше у вас шансов заработать, тем больше вы будете распространять ссылку. То есть, в этом, тут уже не как на DreamCash, допустим, вот. Тут все довольно-таки просто, можно в комментарии на форумах. Вот, я нашел эту программу, нате, все, выложил. И человек, который будет потом искать, главное попадать на свежие темы, чтобы ваш комментарий был сверху. И все, как бы, как будто вы помогаете человеку. Вот в чем суть. Искать нужно, ну, обычные такие форумы, где люди просят что-то им помочь найти, или какой-то взломщик, ключ там, или еще что-то. Вот я что могу вам подсказать. Метод заработка очень хороший, но еще я посоветую вам ссылку на этот сайт сокращать. Многие, допустим, социальные сети не принимают DiskSpace. И сокращать я предлагаю через AdFree. Там вы сами зарегаетесь, а ссылочку на регистрацию DiskSpace я оставлю. Ну, могу я оставить и тут регистрационную ссылку. В принципе, тут ничего сложного. Вставляете сюда ссылку, сокращаете, даете человеку, человек переходит, за один переход вы получаете там какие-то центики. Вот за 149 переходов 0,6 центов. То есть, как бы, она будет копиться у вас сумма. В общем, ничего сложного в данном виде заработка нету, я думаю. Даже школьнику будет понятно, что нужно делать, где искать. Даже, думаю, 5-летний ребенок бы справился с этим. И я думаю, отсюда можно что-то иметь, какой-то дополнительный доход. Ну, всем спасибо за просмотр. Ссылочка на регистрацию на данном сайте будет в описании. Удачных вам заработков. До свидания.